Всем привет! Сегодня займемся доделкой кузова от Рэма Хобби. Немножко усилим и сделаем типа пикапчика. Металл, как обычно, берем от мангала, тоненький, хорошо поддается обработке. Если все красиво получится, в принципе, можно и что-нибудь потом посерьезнее придумать. Я уже тут немножко порезал, вырезал вот такую пластину из дна и отрезал еще вот такие вот два куска от боков. Это пойдет нам на боковушки. Тут еще мы сделаем арку, ну и возможно поставим расширитель арок. Клетку пришлось раскусить, будет как-то вот так, я придумал. Ну и сейчас надо сделать так, чтобы все это дело можно было зафиксировать. Вот такие два отверстия. Примерочка. Попробую сейчас прикрутить. Вот так вот как-то получается снизу. Как будто вот он туда заходит. А здесь так. А сейчас я лучше проверяем здесь. Металл тонкий. Начнем его подгибать так. Попробуем. Вроде сходится все. Что? Как-то вот так получается наш. Пробуем дальше. Если честно, вообще не знаю, что получится. Ну что, прикручиваем сюда все. Далее у нас идет вот такая вот штукенция с боками. Так, что у нас тут получается? Как раз прямо. Ну вот. Делаем задний борт. Вроде ничего.